Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Меня зовут Артем, мне 23 года. Есть образование, работа и своя квартира. Ситуация следующая. Пришла новая девушка на работе, начали хорошо общаться, узнал, что у нее есть парень моряк. В итоге через некоторое время начали отдыхать, появился интим, прошло еще некоторое время. Она рассталась с парнем, с которым жила 2 года, 4 года в отношениях всего. Я предложил ей переехать ко мне, чтобы, если что, в любой момент ее поддерживать, помогать ей. Также с деньгами на всякий случай. Очень хорошо к ней отношусь. Вчера вроде бы поговорили и приняли решение, что может на днях ее вещи уже привозить ко мне. Дом находится рядом с ее работой. И вот совсем недавно она выдает, что пока не хочет съезжаться со мной, мол, поживет у подруги какое-то время. Для нее это будет получше. Ее подруга живет очень далеко, туда тяжело добраться, так же как и на работу. Каждое утро будет тяжело добраться. Вопрос вот в чем. Я не понимаю, почему она выбрала вариант намного хуже. Ведь вариант, как мне показалось, с моей стороны, идеальный для нее. Я ей не чужой человек. Я сильно запутался, не понимаю, что делать. Очень хочется жить вместе с ней, чтобы все было хорошо. Ну, здесь довольно много таких, я бы сказал, общих фраз, довольно много общих фраз здесь. У вас, ну, присутствует, да, то есть как бы именно вот в смысле, ну именно в смысле того, что вот чтобы все было хорошо, да, хочется жить вместе с ней, говорите вы, то есть это все такие достаточно общие слова, на которые ну, можно понимать, в принципе, как угодно вообще. На мой взгляд, вам следует разграничивать то, что вы хотите вместе с ней жить, и то, что лучше для нее. Потому что сейчас, как мне кажется, и сейчас, как мне эта ситуация в целом вообще видится, я бы, конечно, сказал, что вы это смешиваете друг с другом, вот, вы это мешаете друг с другом, и в том числе из-за этого получаются такие вот накладки. Дело в том, что, ну, помимо вашего видения, я думаю, вы это прекрасно понимаете, что помимо вашего видения, да, есть еще, в принципе, видение и самой, как бы, девушки, и ее видение, поскольку вопрос касается ее, то ее видение совершенно очевидно несколько более находится в приоритете, нежели чем ваш. Вот. Важным моментом является, как мне кажется, то, что у вас есть, ну, есть и были определенные ожидания. То есть вы вот чего-то уже начали ожидать. Ну вот, вы говорите о том, что там хотите ее поддерживать, да, вы говорите о том, что помогать ей и так далее, не очень понятно вообще, как бы откуда такая, ну откуда в этом смысле, да, такой подход у вас, ну откуда у вас такой подход? То есть почему в этом смысле вам кажется, что вот нужно
ей помогать. То есть как бы, как будто бы вы здесь, знаете, как будто бы вы здесь ее опекаете, что ли. Вот. На мой взгляд, это довольно серьезная ситуация, так скажем, потому что, ну, опекать человека, значит, занимать такую вот несколько доминирующую позицию, на мой взгляд, неприемлемо. Вот, то есть, как бы вопрос в том заключается, да, насколько ваши отношения, ну, на самом деле, вот, ну, быстро развиваются, да, насколько это может быть, так скажем, ну, комфортно для девушки, вот, потому что если отношения развиваются, ну, быстро, вот, то у девушки могло возникнуть вот такое ощущение, да, такое вот, ну, впечатление, что слишком, как бы, ну, слишком сильно торопит её. Вот, и, в общем-то, это может дать такой обратный эффект. То есть, если вы вот многие вещи, или все вещи, или многие вещи, как-то вот стараетесь, ну, в этом смысле, брать на себя, да, вот, то, конечно, в этом смысле, девушку это может несколько отпугивать, так скажем, от вас. Это тоже может быть довольно, ну, серьезной проблемой. Вот. Поэтому мне кажется, что вопрос, который вот вам в первую очередь, ну, ну, надо бы задать себе, это вопрос, касающийся непосредственно того, чего я жду от нее, да, и как бы, чего я хочу от нее. Вот. Потому что, ну, жить-то вместе, вот, вы хотите, это я понимаю, вот, что вы хотите вместе жить, это я понимаю. Вопрос заключается в том, как бы, хотите ли вы вместе жить, там, условно говоря, для нее, да, вот, или вы хотите вместе жить для себя, вот. То есть это, ну, такой достаточно важный аспект, как мне кажется, вот. И работать, на мой взгляд, ну, нужно в первую очередь с этим, как
мне кажется. Вот. Такая вот история. Сформулируйте, пожалуйста, свой запрос к психологу, да, пусть. Ну, вы не знаете, как вам быть, да, что делать, чтобы что. Вот, и свои чувства необходимо выделить, прожить их и уже на их основе вырабатывать так скажем, модель поведения. Вот. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Да. Позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи, вы большой молодец, что решили говорить об этом. Вот. Большой молодец, что сделали первый шаг. Удачи вам.